Уважаемые сторонники, сограждане, хочу подвести промежуточные итоги, осмотреться и понять, какие изменения происходят в стране благодаря тому, что деятельность ДВК активизировалась. Первым очевидным фактом является то, что о ДВК знают все. Наша деятельность заставила власти в каждом новостном эфире, в каждом СМИ говорить о ДВК. Более того, о нас с вами информируют в служебных имейл, рассылках, мессенджерах и социальных сетях. Казахстанцы получают персональные уведомления о появлении нашей организации. И хотя контекст этих сообщений носит негативный характер, согласитесь, мы с вами не смогли бы так широко охватить все население страны в такие короткие сроки. Власть своими топорными действиями нам только помогает. 20 апреля прошлого года Оргкомитет ДВК заявил о создании нашего движения и о том, что мы поставили своей целью сменить политический строй диктатора Назарбаева на демократическую модель парламентского управления без должности президента. Летом я начал знакомить казахстанцев с политической платформой ДВК, экономическими и социальными программами. Все это время в средствах массовой информации власть активно занималась дискредитацией моей личности. 1 февраля этого года мы создали наш групповой чат Telegram, и за 42 дня к нам присоединилось более 90-50 тысяч сторонников. Работа в чате закипела, вы стали вовлекать наши ряды своих друзей и близких, вы стали активно выходить на улицы своих городов и расклеивать листовки, оставляли визитки, открытки, плакаты. По всему Казахстану в крупных городах и поселках зазвучало «Алга ДВК». И тогда власть применила рычаги дискредитации против ДВК. Еще 12 марта мы с вами строили планы о мирной и законной смене этого политического строя. А утром следующего дня нас объявили преступным экстремистским сообществом. Подлость Назарбаева состоит в том, что он чернит ДВК руками журналистов, педагогов, обычных госслужащих, руками наших близких, братьев, сестер, родителей. Он вынуждает идти против ДВК тех, кто не считает нас экстремистской организацией. Я получаю много обращений от журналистов, которые просят прощения за такую так называемую работу, от полицейских и преподавателей вузов. Они пытаются помочь, рассказывая о внутренних процессах, которые происходят сейчас в каждой государственной компании, когда их заставляют вести позорную, лживую работу против демократического выбора Казахстана. Мы видим, как мирные праздничные акции 21-22 марта получила широкий резонанс благодаря бессмысленным приказам руководства МВД и КНБ. Как старшие офицеры местных полицейских служб позорились, гоняясь за голубыми шариками на Наурыз. Видео с полицейскими набирает самые большие просмотры в YouTube и социальных сетях. Именно эти видео вызвали мгновенную реакцию со стороны международных правозащитных структур. ДВК сразу получила статус оппозиционного движения на Западе. Снова страхи Назарбаева принесли нам действенные результаты. Теперь вся страна убедилась, что Казахстан в своем политическом развитии движется в сторону Северной Кореи, изоляции от цивилизации и полной деградации. Уверен, что все мы вместе скажем «нет» Назарбаеву. Вы заметили, что несмотря на демонизацию ДВК, на угрозы и устрашения, пользователи социальных сетей не перестали писать о нас, ставить лайки на посты активистов и высмеивать действия властей. Все это происходит благодаря нам с вами, нашей непрекращающейся работе. Сейчас нами запланирована очередная акция, которую мы готовимся провести вместе со всем миром 2 апреля. И снова наша повестка заставляет власти Казахстана подстраиваться под нас, вносить коррективы в свою работу. Крупные правозащитные структуры по защите прав детей с ограниченными возможностями, которые 2 года подряд проводили масштабные мероприятия в поддержку детей-аутистов, отказались от самой
праздничный и кульминационный акт этого дня – запуска синих шаров. По всему Казахстану организации по работе с детьми-аутистами получили предупреждение о запрете на использование синих шаров 2 апреля. Даже журналисты уже получили команду 2 апреля исключить все кадры с синими шарами в своих новостных сюжетах. Таким образом, подводя итоги, я хочу отметить, что за 2 месяца демократический выбор Казахстана добился беспрецедентной известности в стране и заставил власти полностью изменить работу всех структур. Мы становимся сильной политической организацией. У граждан Казахстана выбор. Остаться на стороне коррумпированной, лживой, жестокой системы Назарбаева или поддержать свободу, равноправие и демократию. Поддержать передовые идеи и планы демократического выбора Казахстана. Пришло время перемен. Алга, Казахстан!